बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल नहीं वो बस वो पोज़ वाला है ये देखा नहीं मेरे नंद जी को लाला अलबेला मेरे नंद जी को लाला अलबेला मेरो नंद जी को लाला लाला अलबेला जल्दी नहीं मारा आपका नाम कुछ नहीं है अरे क्या है What you want to hear? Ali Masha Lagi Vrindavan. Okay. Ali Mohe Lagi Vrindavan Niko. Ali Mohe Lagi Vrindavan Niko Ali Mohe Lagi Vrindavan Niko Ali Mohe Lagi Vrindavan Niko Ali Mohe Lagi Lagi Vrindavan Niko Sakhiri Mohe Lagi Vrindavan Niko Lagi Vrindavan Niko Sakhiri Ami Mohe Lagi Vrindavan Niko Ali Mohe Meri malini re bahute yamuna ko Meri malini Meri malini re bahute yamuna ko Meri malini Bahute yamuna ko Bahute Bahute I'm
लागे प्रिंसान में निंको सब तेरे मजला जय दिवार बने मेरे को रत्न सिंहासन आप विराज रत्न सिंहासन आप विराज रत्न सिंहासन आप विराज रत्न रत्न सिंहासन आप विराज रत्न कुंजन कुंजन सुरत राधिका I'm not going to be able to do that.
Hamad 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 H
मेरो राजे जीवन मिल मंदिर को पाले Before you get blessed and search for happiness, okay? Now I want to ask what will be the learn. In the legal, that speak, search for happiness, this class.
Nagari. You did not listen when Nagari gave class. Before class, you know the Everyone wants happiness. Everyone wants happiness in our life. Каждый в жизни желает счастья. Это начало. Сейчас надо просто детали и все. Я вспомню. Детали скажу. У меня семья, работа, потом отлинман. И, в общем, все гонятся за материальным счастьем. Можно наблюдать очень множество примеров таких гонщиков, которые в поисках этого счастья бегут за деньгами, материальными средствами, красотой материальной, за какими-то проявлениями власти над кем-то, над сотрудниками. Там над семьей, в семье можно такое, то есть везде. В общем, есть примеры, как вот Мэрилин Монро, сейчас вы сказали, она закончила, говоря, жизнь самоубийством, хотя у нее было все, и деньги, и красота, и слава, то есть все материальные пункты присутствовали у нее. Вот. Но, тем не менее, она не стала от этого счастливее, как мы видим в итоге. Она нашла другой выход из этого мира, мира, который на самом деле очень обманчив, вот эти наслаждения очень иллюзорные, то есть также Наполеона вот тоже был, да, пример такой, хотя там существует множество версий, но смысл в том, то, что сколько бы ни было человека, материального блага, по натуре человеческой ему хочется больше, нету предела этому желанию. А? Я не знаю, Кармен. А, кто-то там спрыгнул с крыши. Ну, ведь... А, это философ, да, философ, да, какой-то? Он учился как, типа... Как быть счастливым, да? Да. Он был, он учил, да, как быть счастливым, в итоге все его, как бы говорится, тут манипуляции. В общем, все его домыслы, они были не истинны, видимо, и, судя по его результату. Вот. И на его результате в современном обществе, то есть на его учениях, на таких учениях, как... ну, невежественных, скажем, учениях, учат и наше поколение, то есть следующее поколение за поколением, то есть тем, кому выгодно, допустим, ну, вот эта политика также, правильно, да? Какие еще детали были, вот я здесь вспомнил, возможно, или кто-нибудь другой хочет продолжить, я вот сейчас на этом просто, я не помню точной последовательности этого, что там дальше? У меня том, есть там, но я не хочу выходить. В том, какими мы должны быть для того, чтобы проповедовать, какими мы должны обладать. А, качеством. Да. А еще где-то? Ну, страдания в этом мире. А, ну да, но в этом мире, да, в принципе, уже стало понятно одни страдания. То есть, допустим, у человека что-то появилось, ну, деньги там, то, что можно купить за деньги, да, к нему даже появляется, как на вчерашней лекции Махарадж говорил, к нему даже окружающие начинают проявлять зависть, там, где-то злобу, негодование.
Вот, и у них, у тех, кто у кого-то проявляется, у них тоже появляются свои желания, ну, обрести то, чего у них нет, и когда они это обретают, у них появляются новые желания. Допустим, у меня есть друг, вот у него машина, допустим, ну, была одна машина хорошая, потом он купил, он очень ждал, когда он купит следующую, он купил ее, он немножко поездил, и он купил еще одну, так он дошел, ну, в моем маленьком городе, то есть Porsche Cayenne, это такой более-менее предел, то есть он дошел до Porsche, поездил на нем, понял, что 25 тысяч в месяц это немножко дорого платить, ну, ему, он был доволен тем, что он, конечно, поездил, он купил себе все равно хорошую машину, чуть-чуть ниже, вернулся к предыдущей, в общем, но тем не менее он хочет почувствовать скорость, то есть он хочет Ferrari. То есть сейчас, ну, он действительно, он 16 лет, но его можно понять в каком-то плане, но тем не менее мы видим, как желание не уменьшается, а только увеличивается. Поиск экстрима, да, такого же, он обычно заканчивается тем, ну, чем-нибудь заканчивается, то есть пределом, пиком человеческих возможностей, допустим. Вот. Какими мы должны быть, да? Чтобы проповедовать, вот этому я не могу вообще ничего сказать, потому что я... Семь видов страданий. А, это болезни. Мы когда приходим в этот мир, мы сталкиваемся с болезнями, со старостью, да, вот эти? Старость. Рождение, да, конечно. Смерть, страх смерти даже, так еще я думаю. И, ну, страдания по материальным благам. Какие еще? Не помню. Смерть, рождение. Смерть. От ума. Да, да, кто? Тут помню, кто не помню. Конец. Сам будем мастер. Семь видов страданий, потом про убежал. От других видов существ, там от своего рода. He stated that everybody is looking for happiness all the time, and they're trying to run after, to reach, to get money, power, beauty, and other things, but it is like have no end, because when you get something, you want to get some more. And he gave the example that he has some friend that he bought one car. Then he decided to buy more expensive car, then another more expensive car, but he then wanted to feel some extreme feelings, and now he wants very speed car, Ferrari. And he's like, можно сказать, что он уже с ума сходит? He's like going crazy over this car, but he can't get happiness. And everybody thinking that they can get happiness by the material world, but this material things. And also he was given example that very famous people like Marilyn Monroe, Dale Carnegie, Наполеон. All they have everything they want. They were very famous. They have money, power, and etc. But all of them, they finish their life by suicide. For example, можно добавить про Карнеги? Да, да. About Dale Carnegie, that he was famous writer, and he was teaching everybody how to get some communication with people, but he was so miserable, he was so in such a suffer that he couldn't tell the truth to everybody that actually he is not happy, and he also finished life with suicide. Чего ты еще говоришь? Ну да, то, что это пропагандируется, то есть нашим коленям, власти, ну то есть, ну типа того, то есть политика ведется, ну то есть вот это психология, она преподается вместо невежественного, она вместо истинного знания. And this this theory of getting happiness by material, by some material things, it is widespread in our society. They don't give the truth, truth knowledge.
Struggling also. Suffering. But anyway, everybody's suffering here, the material world. Well, different things. No. Then what happened? Then I stopped on 7 different kinds of suffering, but I remembered only 4 or 5. Then someone told another, and somebody can continue. Кто-нибудь может продолжить насчет этого? И там получается 3 вида от ума, еще плюс рождение, болезни, старость, смерть, отхидальника, и вот эти рождения, да? То есть это из разных просто источников получается. Все вместе, чтобы полная картина была. Скажешь? Да, ты? English? French. French. Yes, right. Little. Two. Why? I can learn it. I don't have practice. Yes, you are telling now. I don't have practice. Like this tell. Okay, tell your language, not that they can tell. Слышала, да? Что? Очень больше. Да. Чего? Английском учить будешь меня? А люди в этом мире очень сильно страдают. И Гурукара сейчас сказал про 7 видов страданий. Первое страдание – это страдание от рождения. Когда человек рождается, он очень сильно мучается. И мучается еще в утробе матери. Находясь в утробе матери, ребенок находится в очень тесном положении. Если мать что-то не так ест, то это очень плохо влияет на его здоровье, на ощущения. То есть если какая-то кислота его грызет, если мать пьет, курит и так далее. То есть это очень-очень много страданий приводит человеку. Потом сам процесс... И когда ребенок шевелится в животе у матери, то мать думает, наверное, он проснулся. Когда он затихает, он, наверное, думает, он уснул. Ничего подобного. Ребенок то теряет сознание, от боли, то приходит сознание от боли. Также сам процесс рождения также очень-очень болезненный, когда ребенок выходит из утробы матери. Это вот процесс рождения. Далее смерть. Смерть тоже очень болезненная. Нельзя так все бояться смерти, но она неизбежна. Так в шастрах объясняется, что смерть, что вот эти ощущения при смерти, они равны, как когда тебя кусают тысячи-тысячи скорпионов. Когда один скорпион кусает, это невероятно просто больно. А если кусают тысячи скорпионов, это не передать словами. Поэтому все я очень боюсь, потому что не раз уже умирали. Далее страдания от собственного ума. Ум постоянно тоже приносит нам страдания. Я помню по себе страдания, когда ты учишься, когда ты работаешь, чтобы завести семью, дом, еще что-то, какие-то невыполненные желания и так далее. Он постоянно мучает нас. Страдания других живых существ. Другие живые существа также приносят нам очень сильные страдания. Страдания от болезней. Болезни очень мучительные. Когда мы просыпаемся утром, редко когда может не болеть голова. Да, сейчас, особенно в Кали-Югу, все люди больные. Вот. А страдания от старости. Это очень, тоже очень больно. Я видела, как моя бабушка страдала. Не дай бог никому такого. Потому что тело тогда начинает терять жизненную силу. И все органы, вся жизнедеятельность тела начинает сворачиваться. И близится смерть. Это тоже очень-очень мучительно. И также последний вид страдания – это страдания от стихийных бедствий.
мы все слышали, наверное, про Японию и другие страны, какие там и сильные стихийные бедствия. Да что говорить, у нас часто и в Москве бывает, кого-то убило деревом, током или еще что-то. Тоже можем слышать по телевизору. Также человек страдает и от этих страданий. Вот эти семь видов страданий. And the computer does God exist? You know this class, does God exist? Нет, существует ли Бог? Помните следующую фразу? Запрячься. Но это даже еще лекция, еще даже это не закончили. У меня здесь все по-другому. У меня здесь личная запись вообще. Да. This proofness of Godness of God appearance. Yes? Присутствие, как бы? А президент, да, yes. Рассказать, да? Ну, вообще, эта тема связана также с тем, как вообще подавать информацию, да, новому человеку, правильно? Вот, то есть у некоторых вообще людей есть сомнения по поводу вообще существования Бога, у них нет совершенно знания о душе, то есть они, ну, и у меня тоже есть такие знакомые. То есть для них собственное тело, то есть о душе еще речи даже нет, это там у кого какие точки зрения и какие права. Там для кого-то они себя, то есть, считают там, экспериментом там каким-то, непонятно, вот, и так далее. Вот, и когда мы хотим человеку объяснить о существовании Бога, мы, так как мы не можем дать ему, так как у нас у самих нет этого божественного зрения, да, которым Кришна Арджуна однажды там наделил, и он увидел все его воплощения, да, у нас нет такого зрения. Но мы можем его почувствовать, как его присутствие, как, ну, то есть мы можем видеть следствие его присутствия. Просад не останется? Симптомы. А, в общем, мы можем видеть, допустим, как устроен наш мир. Ну, не говоря уже о строении собственного тела уникального, да, такого, в котором есть вечный механизм, ну, скажем так, то есть не бензин, который надо, ну, образно сердце, то есть он работает, то есть, ну, хорошо работает, чинит пока, да, ну ладно, вот, но есть также планетные системы, то есть космос, то есть все поддерживается, с точностью до секунд ходят планеты, все живет, то есть это как взять государство, допустим, кто-то поддерживает то, что в нем происходит, дороги, трафики, там, продажи, там, всякие судебные дела, да, то есть все функционирует, все происходит. Так это, ну, это всего лишь планета Земля, всего лишь государство даже на этой планете одно какое-то, да, там. Вот, что уж говорить о таком большом государстве, ну, образно сказать, как Вселенная, да, где планеты уже, ну, неизвестно сколько лет, ну, мне, по крайней мере, вот ходит все в одном ритме, то есть в своем, с точностью до секунд, то есть у людей появилось время, секунды, то есть они смогли измерить это, правильно. В одно время наступает лето, в то же время наступает зима, и так из года в год, то есть мы видим, как все циклично, скажем так. Вот. Есть такие же, вот, приводились примеры на этой лекции, как муравейник. То есть мы берем уже маленький такой, ну, микро такой элемент, допустим, Вселенной, да, но для нас он маленький, так же, как мы для Вселенной. Ну, в общем, муравейник. Когда ученые изучали, как он построен, они пришли к выводу, что он идеален. Ну, для их образа жизни он идеален, он даже идеальнее, чем наши
ну, мегаполисы, то есть удобнее, то есть муравьи там, наверное, залазят, там еду свою затаскивают, все у них хорошо, толпой забежали, толпой пошли, все там еды принесли, поели, все молодцы, то есть, а у них голова маленькая, как бы, мозгов вроде нет, но им хватает, то есть как некое сознание пронизывает всех их вместе, и они делают одно дело, то есть они, ну, выживают, то есть они делают то, чему они предрасположены, ну, образом, как, конечно, не мастер, выбирать надо, но вот. Также приводился пример, что будет, если, допустим, убрать светофоры, то есть, ну, это будет хаос, то есть все в системе взаимосвязано, то есть так же, как во Вселенной, что будет, допустим, если Солнце убрать, то есть все. Вот. А что говорить о том, кто, ну, кто-то создал правильную систему, в которой мы живем, правильно? Есть люди, которые создали систему, которые наблюдают за ней, которые, может быть, хотят поменять систему в будущем, правильно, вносить в нее изменения, либо поломать систему, в итоге сделать новую и так далее. Также и Бог, как бы, получается, то, что Он создал мир, вот, Он как бы его поддерживает, все это движение на огромном уровне. То есть, если, ну, очень мало так судить, но на нашем маленьком человеческом уровне, то есть, ну, Вселенная вверх, вниз, вправо, влево, во все стороны. То есть, кого-то, конечно, это не убедит в существовании Бога. Вот. А также вот приводились примеры, то, что, ну, все как бы, то, что мы можем видеть своими глазами, то есть вот опять же симптомы его присутствия. Те же птицы, они точно летят на юг, когда приходит время, пикируют в воздухе. То есть все в принципе идеально. Вот. Тогда появляется вопрос. Вот там уже про страдания пошли. Ну, вот так вот тоже могу сказать. Все. In the moment, Prabhu wants to speak his examples how to prove about God. По милости Гуру Вайшнав, я приношу поклон своему Гуруге, Си Гуру Варге. По милости Гуру Вайшнав, я приведу несколько примеров, которые я привожу к неверующим людям, ну или слабо верующим, материалистам лучше, о существовании Бога. Наше тело, белковое тело, белок — это очень сложный элемент. Он состоит всего из 4 аминокислот. 4 аминокислоты, 4 аминокислоты, их раз... Вначале было правильно кислоты. Белок, сам белок, молекула ДНК определяет внешний вид нашего тела, какое тело мы имеем. И вообще в природе существует всего 4 аминокислоты. И их последовательность в ДНК определяет наш внешний вид. То есть мы люди, животные, растения и так далее. Но все мы имеем вот, общие вот эти 4 аминокислоты. И они очень сложные по своей структуре. И если материалисты говорят, что это все произошло случайно, то можно сравнить свое тело с домом. То есть лежала глина. Эта глина каким-то образом, в нее попала вода, она каким-то образом очень хорошо перемешалась, выстроилась в идеальный кирпич, случайно. Как говорят материалисты, что наш белок, ну, наше тело произошло случайно. Этот кирпич появился и таким же случайным образом обжегся. То есть он стал твердым. Из мягкой глины он случайным образом обжегся на солнце. Пролежал миллиарды лет, не подвергаясь разрушению, и случайным образом образовался рядом еще один кирпич. То есть аминокислота и еще одна аминокислота. Они просуществовали, оба эти кирпича, рядышком, не изменяясь, тоже тысячи-тысячи лет. Тут появляется третий, четвертый кирпич. И так выстраивается идеальный дом с окнами, с дверьми,
с отоплением, с канализацией, то есть идеально функционирующий дом. Наше тело идеально функционирует. Если его поддерживать в правильном состоянии, то оно, это тело идеально функционирует. Ну, не считая вот старости, там, вот этих страданий. Так, и это просто невозможно. Если просто показать человеку материалисту там, на любой предмет материальный, на мриданку, на там, стеллаж, на стул, и сказать, этого не было минуту назад, но это появилось само по себе случайно. Они никто не поверит, но они верят, что такой сложный организм, как наше тело, появился абсолютно случайно. Не только наше тело, а вообще материальный мир. И есть такой еще пример, что груда, свалка металла, вот металлолом, все, наверное, видно, видели, наверное, вот эта свалка, и проносится вихрь, и этот вихрь образует абсолютно новую, очень хорошо функционирующую машину. И это просто ну, невозможно, в это никто не поверит. И если человек задумается и посмотрит просто на одну свою клетку, насколько она сложна по своей структуре, насколько ее, сложна ее функциональность, насколько это идеальная, созданная, именно созданная машина, одна клетка, а таких клеток в нашем организме тысячи, миллиарды, миллиарды, и они несут разные функции, и в комплексе они создают эту идеальную машину для существования души в материальном мире. И если люди верят, что такие простые предметы, как стул, стол, там, здание даже, невозможно создать, невозможно, что они появляются случайно, то, попадая в иллюзию, они думают, что это тело и тела животных, растений создаются случайно. И также ученые не доказали теорию эволюции. Дарвин, вот материалисты, они опираются на эту теорию эволюции. Дарвин, он был женат на своей двоюродной сестре. И их потомство, у них было три дочери. Они были очень слабенькие, и две младшие умерли сразу же, и а старшая Елизавета дожила, моя мама биолог, преподаватель биологии, и старшая Елизавета, она дожила до 3 лет и умерла, была самой любимой. И Дарвин попал на полгода в психиатрическую клинику. Он вышел оттуда, сел на корабль, поехал на Каймановые острова, увидел этих вьюрков, и он закончил теологические... Он был теологом, он был богословом по образованию своему. Он служил при церкви, он верил в Бога, но в отместку Богу за то, что Бог забрал его детей, он написал эту теорию эволюции, это бред сумасшедший. Он лежал полгода в психбольнице, в больнице душевно больных людей, вышел, сел, поехал и просто написал бред. И теория в... Определение слова «теория». Теория – это высказывание, требующее доказательства. Доказательств нет. Но материалисты в школах, институтах и сами себе друг другу рассказывают эту теорию, которая требует доказательств, как аксиому, которое высказывание не требующее доказательств. Поэтому их можно очень легко, их же учителями, такими как Дарвин, просто... заткнуть им рот. И, еще, насколько бы они не говорили об эволюции, межвидовой эволюции мы никак не можем наблюдать. История человечества насчитывает уже там 5000 лет. Да? Мы видим, ну, современная наука с Древней Греции и так далее, ну, 3000 лет. Буддизм тогда зародился. Уже тогда были какие-то упоминания о животных, о растениях. И мы видим, что на протяжении 3000 лет межвидовой эволюции не было. То есть это все, ну, бред. Вот и все, что я хотел сказать. He has so many evidences, actually, very nice. So he says that actually our every cell of our body is so much complicated, so many functions, and body is like very difficult system which is like working without any fail. If we nicely keeping this body, then no sickness, nothing.
very nicely. Only death coming up. So, like materialist people, materialists, they believe that anything from of this world is made by people. For example, it's a chair or whatever made by anyone. It's not appeared just from nothing. But still, people they keep believing that human appeared from nothing. And he says it's same like if you believe that there was before clay, and there was water nearby, and some just by chance it mixed, it became a brick, also it became baked, and after billions of years became like building. This is completely nonsense. By chance, without anything, a house cannot be built. So like this. Про машину, которая вот если лежит грудами металлолома, как материалисты, как они думают? Было скопление элементов в материале, ударила молния, подул ветер, что там, излучения какие-то, то есть какие-то вот эти внешние, и образовалась жизнь случайно. Это можно сравнить, что лежит гора мусора, пронесся вихрь, закрутил его и образовалась ваза чудесная. Yeah. Also same like materialists, they believe that the life actually appeared from the there were some substances and by chance, maybe by the influence of some energies, maybe какая энергия, какие влияния. Radiance, maybe some radiance or quarks, or maybe a thunderbolt, like this, by influence of these things, these substances, from them, just by chance, life appeared. But this is same if we compare with the example, like, for example, there was garbage, big pile of garbage, and then one track, high speed, came across, and then actually, if we believe this theory, then means all this garbage, by influence, must become something, maybe vase or something should become if we're following this logic. So this is completely nonsense, it's not working. And also very nicely he explained about Charles Darwin, because his mother is he is teacher of biology. So he knows very nicely this thing. He said that actually this scientist, Charles Darwin, he married his cousin sister, very close blood relation, relative. So after this marriage, he had three children. Two children died at once, and third child, they loved so much this child, lived only 3 years, this girl. After she also died. After all these things happening, Charles Darwin, mental house. He got into mental house for half a year. Mm-hmm. Charles Darwin, whole world following his theory that a human appeared from monkeys because of evolution. Yeah. So he himself got into mental house. Mm. Half a year staying in mental house because of so much pain, losing child. Mm. So after this mental house, he left to some island. And then he saw some animals, something, and he thought this theory came into his mind. And then he made this theory. He's saying actually he was a very religious, he was theist. He was studying. Yeah. He was studying religion. But because of all this pain, maybe he became very hurt. Embarrassed to God. Angry to God. And after this theory came in his mind, so he presented this theory to the whole world. And actually he's saying that any theory must have evidences. There are no evidences of this theory, but still people keeping belief, scientists, they like the theory, but don't know evidences, no 100% evidence. This is like cheat actually, very big cheat. Still people that does get like this film, you know, there are some making some what he did, take one monkey's head
and take one gorilla head, you know, dyed, you know, but take a big giant. And then telling you, look, how after monkey he became human being, you know, understand? Mm-hmm. He take one monkey's head and one gorilla, you know gorilla? No. Yeah. Both head, one dyed, this, take a giant. And the giant telling, look, how slowly, oh monkey became one human being. Yeah. These things, science, look, this does not exist. Mm-hmm. Look, this thing they are saying. They're how you cheat to everyone. Oh. Actually, на самом деле, Махарадж говорит о том, что раскрыть тайну того, как фильм еще был сделан, по-моему, им, наверное, в те годы, когда только кинематограф зарождался, что он просто взял мертвую голову обезьяны и присоединил ее к телу гориллы, и таким образом, построив вот эту вот лесенку, показал, посмотрите, как его обезьяна эволюционировала. И этот обман приняли на веру и пошли дальше. Человеческий. Еще эволюция, определение эволюции – это от простого к сложному. То есть в процессе эволюции, на кризисе верят, что в процессе эволюции вид приобретает какие-то полезные ему свойства. То есть обезьяны, они были глупыми, и поэтому если бы они там не стали людьми умными, то они бы вымерли. Но всегда в процессе эволюции, двигателем процесса эволюции является мутация. То есть приобретенная мутация, приобретенные новые качества, которые лучше, чем было у их родителей. То есть у понимаете, да? Да, только не знаю этих слов, наверное, по-английски. Мутация. Вот, и если взять... Если взять обезьяну, человекообразную обезьяну, гориллу и меня, то быстрее передвигается горилла на четырех ногах, чем я на двух. То есть это уже противоречит эволюции. То есть мы деградировали. Если бы мы были обезьяны, да. То есть в природе мы бы не выжили. Если бы мы... Это не эволюция. Эволюция — это всегда стать сильнее, быстрее, выше, больше совершенствования в природе. А человек, он слабый в природе. Закиньте человека в природу и там, поставьте человека и обезьяну, кто победит. Конечно, обезьяна. Даже маленькие обезьяны, там, кто были в Индии, они знают, что они очень сильные по сравнению с нами. Прямохождение. Мы ходим прямо на двух ногах. То есть на наш позвоночник очень большая нагрузка идет, чем на четырехногих животных. Это не эволюция, это не приобретенное положительное качество. То есть это противоречит даже их теории эволюции. Наше тело противоречит их теории эволюции. Мы не созданы жить в дикой природе. А по теории эволюции мы должны быть сильнее, чем животные. Вот это небольшое добавление. Means that the human being after starting from monkey and slowly coming to this form, human form, means, because evolution means becoming better, more strength, more... сильнее, выше, больше. Yeah, taller, this and that, for nicely living in the nature, the whole creation environment. So then, if following this evolution, there is other thing, like, because a human being is actually not so much stronger than animals. An animal, even monkeys, they're stronger than humans. So it means it's not evolution. It's something different completely. Very simple thing. Evolution is not there. Because human is not perfect. Because of strengths and all other abilities, how to live in the environment, all nature environment. Because if we put just any human in the forest together with animals, we will survive. Это я все говорю не с точки зрения теологии, не с точки зрения ведического знания, не вайшнавский фокус, а с точки зрения, как разговаривать с материалистами, с приверженцами теории Дарвина, на их языке и их же методом им доказывать.
Я не говорю сейчас то, что да, только в этом теле можно достичь совершенства. Это понятно. Но если вы будете говорить материалистам сразу же об этом, вы получили хорошее тело. Я никогда так не говорю. Я говорю, вы знаете, ну это чушь на самом деле. Бред сумасшедшего теории эволюции. И начинаю рассказывать потихонечку. Hearing? Yeah. Tomorrow I will be hearing from you. Search for happiness. Завтра это дом, что слышит поиск счастья. А что? И ну. А как ты снимаешь? О, а где мой телефон? Телефон. На красный код. Что-то я остановила.